Привет, с вами Корней. После того, как я разместил видео рассуждение о гомункуле, где попытался доказать несостоятельность аргументов, которые направлены на то, чтобы доказать, что гомункул невозможен, критики против гомункулов действительно в комментариях стало меньше. Но, конечно, полностью она не исчезла. И появились новые доводы, иногда очень забавные. В частности, говорят, гомункул невозможен, потому что сперматозоиды в яйце быстро погибнут. Ну, дело в том, что сперматозоиды в любом случае гибнут, такова их природа. И тем не менее, человеческий род не затухает. А самое главное, в яйце как раз сперматозоиды должны существовать дольше, чем в женском организме. Дело в том, что семенная жидкость имеет щелочную среду, которая благоприятна для сперматозоидов. А в женском организме среда кислая. Она как будто бы специально направлена на то, чтобы негативно воздействовать на сперматозоиды. Почему так природа устроила, кто знает. Но это просто факт. А в яйце как раз-таки среда, напоминающая среду семенной жидкости. В яйце тоже щелочная среда. И как раз-таки в яйце сперматозоиды могут чувствовать себя совсем неплохо. Но дело не в этом. Мне очень любопытно, что движет людьми, которые выдумывают вот такие версии. Они ведь пишут о них как о чем-то само собой разумеющемся, как о чем-то установленном, как о каком-то установленном факте. И я не думаю, что эти люди пытаются кого-то обмануть. Мне кажется, что эти люди в первую очередь обманывают сами себя. Им очень важно сохранить привычную картину мира, которую гомункул может разрушить, потому что это что-то новое и непривычное. И они выдумывают какие-то версии и сами начинают в них верить. То есть такой вот психологический фокус. Чем-то иным подобную убежденность людей в собственных выдумках, в каких-то непроверенных фактах, чем-то иным я объяснить не могу. Но, к счастью, большинство моих подписчиков – это люди совершенно иного рода. Они открыты новому, им интересно что-то узнавать, что-то проверять. И сегодня мы с вами вскроем вот это яйцо. Это яйцо выдерживалось в течение 10 дней. Я надеюсь, что, может быть, там будет гомункул. Итак, посмотрим. Ой-ой-ой. Так. Так, есть же, вот он. Так, этот гомункул напоминает того, который движется, он жив. Он напоминает того, который брызнул в меня ядом. Даже если это сейчас повторится, но, откровенно говоря, я немножко этого опасаюсь. Я, конечно, не буду этого делать. Не буду снова бить его. Потому что тогда я поступил подобным образом от неожиданности. Конечно же, я этого гомункула сохраню. Я вот даже опасаюсь в какой-то степени повредить ему пинцетом. Поэтому я помещу его сюда. Мы будем наблюдать за его развитием. В самом скором времени будет новое видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока. Thank you.
шевелится. Он шевелится.
верится. Больше верится. Thank you.
Оу. Ooh.